Здравствуйте, это канал «Еда на любой вкус». У меня остались баклажаны, поэтому сегодня очередной рецепт баклажанов на зиму. Получается вкусно и слегка остренько. Баклажаны режем кружками толщиной около 5 мм. Если достаточно крупные, то можно разрезать на половинки. Складываем в чашу, щедро посыпая солью для выделения лишней влаги. Оставляем на время. Баклажанов здесь 200 кг. 300 граммов сладкого перца без семян режем произвольно. Также произвольно режем острый перец. Я беру один стручок, можно взять поменьше. Подготовим 5 зубчиков чеснока и разрежем лук 200 граммов тоже на произвольные куски. Через мясорубку пропускаем помидоры, всего понадобится 1,5 килограмма. Примерно в середине перекручиваем сладкий перец, острый перец, репчатый лук и чеснок. Следом остальные помидоры. Сок, который выделился от них, я тоже добавляю в общую массу. Полученную массу ставим на плиту, доводим до кипения и варим примерно 30 минут. При слабом нагреве постоянно помешиваем. В середине варки добавим 1 столовую ложку соли и 5 столовых ложек сахара. Также сюда отправляем перец горошком, 10 штук черного и 6 штук душистого. Продолжаем варить, помешиваем. Тем временем кружки баклажанов промываем хорошо водой, чтобы убрать лишнюю соль. Воду сливаем и аккуратно отжимаем. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Нужно это делать быстро, чтобы баклажаны не успели стать слишком мягкие. И спустя 30 минут варки соуса, посмотрите, он стал гуще, добавляем все баклажаны, которые обжарили, аккуратно мешая, варим еще 15 минут. За 5 минут до готовности вливаем уксус 70%, 1 столовую ложку, или 100 мл 9%. Доварим и раскладываем в стерильные банки, чтобы соус полностью покрывал баклажаны. Накрываем стерильными крышками, закатываем и укутываем до полного остывания. Выход получается чуть больше 2 литров. Можно хранить в квартире. Вот такие баклажаны, остренькие, жареные в томатном соусе. Удачных заготовок! До новых видео! Пока!